Ребят, всем привет! В этом видео я покажу, как мы исправляем собственные косяки, особенно если у вас в команде есть Владимир Владимирович, и он допускает вот такие вот ошибки, то мы с легкостью сейчас исправим. Скотина. А, вот смотрите, ребят, вот у нас склеенный угол на столешнице, здесь отлично видно, что вот эта плиточка выше у нас, чем вот эта. Соответственно, сверху также у нас видны небольшие неровности. Здесь у нас кромка почему-то была не подточена, и вот все вот эти мелкие нюансы не дают нам сделать идеальный угол, когда мы все сейчас обклеим скотчем. Если мы даже равномерно нанесем состав, все равно будут какие-то погрешности. Но ничего переделать не надо, мы сейчас с помощью нужных дисков все это исправим. Ну, смотрите, в такой работе самая главная оснастка. Есть вот такие вот диски, которые у нас более большие. Ими лучше всего именно производить резы по керамограниту с охлаждением, охлаждение в виде губки мокрой. А вот такие вот маленькими, и у них такое шероховатое как бы напыление, они очень деликатные, ими как раз таки можно исправлять неровности в перекрестиях и на внешних углах. Ну и вот смотрите, у нас то есть вот здесь вот толще кромка, не кромка, а шовчик, который мы видим здесь, он тоньше. Чтобы у нас все было хорошо, вот при таком вот прямом взгляде у нас необходимо сравнять вот эти вот зазоры, чтобы они смотрелись равномерно. Ну и, соответственно, если есть небольшие перепадики, их также надо выровнять. Теперь смотрите, ребят, вот помимо того, что нам необходимо правильно спозиционировать эти плитки, а это именно чтобы вот кромка касалась при вот таком вот углу, соответственно, эта грань у нас немножко в эту сторону выходит и это. А здесь, если посмотреть сейчас, то внутри у нас разная ширина, и вот четко пропиливать диском в этом нет никакой необходимости. Самое главное нам сделать, вот видите, после того, как я доработал ручной черепашкой, у нас образуются две таких белые кромки. Поэтому нас интересуют именно они. То есть это делается, естественно, на глаз. Я просто попытаюсь, чтобы было более понятно, приложить что-нибудь. Вот чтобы между этими двумя белыми кромками был равномерный зазор. Здесь сейчас даже вот видно, что здесь больше зазор кажется. Здесь он кажется меньше, потому что здесь у нас больше снято тело.
Но между двумя вот этими белыми кромками, что в этом случае, что в этом, у нас одинаковое расстояние. Здесь можно немножечко расширить. И когда у нас между белыми кромками вот в этих трех схождениях будет одинаковое расстояние, то после затирки этот угол будет прямо идеальным. Ну и вот после небольших манипуляций уже угол смотрится гораздо лучше. Все ошибки исправлены. И теперь перейдем к другому примеру. Ну это давайте просто на двух плитках я покажу, прям утрируя, да, что мы называем под неправильной позицией. То есть вот сейчас я выставил кромки, и вот это, если склеить вот эти две заготовки, будет у нас правильное соединение, угол будет красивый. Ну, бывает такое, что у нас, я прям утрирую, да, склеивается вот так вот плитка. То есть, когда у нас эта грань прямо сравнивается вот с этой. Или, соответственно, наоборот, или она у нас вообще идет винтом. То есть, любые вот такие вот моменты можно исправить и довести угол до идеала. Чтобы он в конечном итоге у нас выглядел, ну, приблизительно вот так. Вот смотрите, ребят, у нас есть замечательный прям пример, да, когда у нас максимально косячно склеен угол. И на самом деле даже мне интересно, насколько мы сможем его исправить. Сейчас Саша сделает подсъем с разных ракурсов и посмотрим, что было и что станет. Мне кажется, в реальной жизни, конечно, сложно склеить вот настолько все плохо. Хотя, мне кажется, за свою практику, наверное, я все-таки видел такие углы. Короче, смотрим, что можно из этого всего сделать. Это уж слишком. Я не подписывался на такие мероприятия. Будет небольшая тресочка такая, как ты говоришь, динамично, чтобы красиво было. Ну вот смотрите, из такого как бы безнадежного варианта я просто за эпоксидкой как смог сделал быстренько без отвердителя, накидал, чтобы показать, что в целом даже из ужасного варианта, который вот такой вот, да, который невозможно, казалось бы, исправить и будет все равно какая-то хрень, можно, расширив и спозиционировав правильно вот эти вот углы, сделать вполне адекватный угол, даже на сильных таких косяках. Притом, вот я как и в том случае, где мы сейчас делаем, да, работу, я объяснял, что вот эти кромки внутри и зазоры нету смысла делать равномерные. Главное, смотрим с двух торцов, ну, с разных торцов. Здесь вот, допустим, больше плитка торчит, значит, вот здесь мы подгоняем эту плитку, стачиваем и делаем одинаковый зазор. И так абсолютно со всех сторон. С этой сравниваем, и, соответственно, вот с этой. После такого мы уже можем действительно выполнить качественную затирку. Но это не значит, Володь, что косячить можно. Своего косяка бы, блин, не выяснил для себя, что такой длинный. Он тебя подставил сейчас, ты не понял.
В итоге дремель, я считаю, необходимый инструмент, если мы работаем с крупноформатной плиткой, особенно если мы часто запиливаем углы, мы их вообще только и запиливаем. Также позволяющий подровнять какие-то небольшие перекрестия, да, если у нас небольшие именно погрешности. И в целом действительно позволяет работу делать качественно. Особенно важно работать с правильными насадками. Вот эти маленькие диски, в принципе, любой фирмы можно покупать там на Алиэкспресс или еще где-то, без разницы. Но обязательно используйте этот инструмент. Меня зовут Давыдов Сергей. Всем пока.